На конкурс «Дети читают стихи» для labyrinth.ru. Стихотворение Георгия Ладонщикова «Новогодний концерт». Читает Вердян Ирина, город Калининград. 5 лет. Плюшевый миска на самом виду. Прибил объявление в детском саду. Внимание, внимание, у елки сегодня игрушки дадут концерт новогодний. Ветером вспыхнули лампочки ярко. С миском за плечами присохнет мороз. Поздравив ребят и раздав им подарки, встал он под елку и к месту прирос. Ребята уселись у елки зеленой, в руках любопытных подарки сурсат. Игрушки артисты стройной колонны, сами ребята идут ли списа. Концерт начинается с громкого пень. Петух, оправляя свое оперенье, поет гласисто красиво, легко, ку-ка-ре-ку и ко-ко-ко. Кланяя снизу, выходит лисица. Она балерина, она и певица. Осел на гитаре играет, и он способности рыжей лисы удивлен. Лисица на смену выходит на сцену два поросенка, гимнасты-спортсмены. Они кувыркаются, делают мостики, только меркают короткие хвостики. Лев выступает сарами, сами бизонок программу ведет. Нарядная елочка сверкает огнями, а волк на дверь стучит Новый год. Всем спасибо!